Переходим к следующему поединку, состоявшемуся в группе D. В группе D, совершенно верно. Это Ульда против Дарк Адмирала. Моя группа. Ну и посмотрим. Хаос против Бретонии. Блин, ну вот это вот неубиваемых два шагота, короче, это просто убийство какое-то. Чё с имя делать? Фиг его знает. Ну вот вроде бы взял здесь 4, я вижу, алебарды, рюмочник у нас здесь, звери, да, я понимаю, так это у нас фея звери, да? Ну-ка, посмотрим, что с ней. Что за нее взято? Ой-ой-ой, куда полетели-то, ребята? Ребята, желтые это нельзя. Так, рыцари на королевских пегасах полетели. На королевских именно, да, передовое развертывание. Никогда они там не устают. Все, что только можно у них там. У этих товарищей. Так, ну понятно, у нас наследник Грааля. Со всеми своими супер-сверхобилками. Такой, блин, герой. Альберик у нас. Гнев Манана. Ну вот не знаю, насколько он нужен. Сплочение, это я пойму, да, дисциплина, ободрение, то есть все на дисциплину берет. Вот зря, я думаю, не взято это, кто она. В общем, обилочка у него на ускорение. И она вот в совокупности с этими вот пегасами дает достаточно такой шикарный баф по скорости. И замечательно. Так, искатели Грааля у нас. Да, раз, два, три. Три искателя Грааля. Кроме этого, пешие оруженосцы. Замечательные эти мечи. 4 алебарды мы видим разной степени вкачанности. И один стрелок у нас это с ядовитыми стрелами. Ну и Альберик из борделя у нас, но без вот этой вот бури там, чего-то там, буря. Так, а что у нас? Пегасы, пегасы летающие. Так, подождите, а бобец, бобец-то где у нас? Ага, вот она. Фрейлина звери, роковое стадо, да. Ну оно хоть и это, но тем не менее... Хоть оно и, ну, как сказать, дебафнутое. И неплохо дебафнутое. Так, а эти-то у нас под чем вообще? Чё их там прёт-то? А, ну благословление леди, да. Плюс 20 сопротивления физурону. Замечательно. И не боятся они ни черта. Так, ну и пока сближаются соперники, мы пробежимся быстренько по хаосу. Два шагота рыцари хаоса, пики... 5 отверженных, 1 алебарда тылы прикрывает. Зигвальд великолепный у нас в роли генерала. Без мага вообще идет Ульда. И один тролль хаоса бронебойный. Любимая вот эта вот его карта. Блин, как вот он на этой карте любит играть, я вообще не понимаю. А что у нас у Зигвальда-то? Зигвальд, что там у тебя? Покажи личка. Золоченые доспехи. Да, восстановление здоровья бойцов. Ну, замечательная билка, что уж тут говорить, да. Стоять насмерть. Ну, вот эти 15 секунд с 36 защита и 10 морали. 15 секунд, не знаю, удастся ли... Ну, иногда заходит. Точнее, скажем так, очень полезная вещь. Но, блин... Такая недолговечная. Ну, а что, сейчас, я думаю, отверженные зайдут. Стрелков-то маловато. И хана, они сейчас зарашат здесь вот это вот все хозяйство вообще мгновенно. Они просто снесут. Надо как-то, да, пытался было кавалерию, конечно, попытаться остановить, но не получается. Да, надо срочно их чаржить. Как-то вот два отряда, блин, простояло. Вот этих вот сюда бы вот тоже в центр. И алебарды. А, ну пытается в это время с генералом вражеским разобраться. Блин, ну он стойкий Зигвальд на самом деле. Да, и вот под тыловые натиски выходит кавалерия, но поздновато, блин, поздновато. Да, посмотрите, как затыкает, просто закрывает один отряд, искатели играли вообще отверженными, плюс подбежал еще здесь дракоогр шагот, и все на этом, сейчас рыцари хаоса и еще один шагот. Блин, ну их не остановить, ну что за фигня вообще, блин, с этими хренями. Ума не переложу, что с ними делать. Хаос вообще, блин, особенно вот Ульда. Вот он примерно два шагота всегда в обяз у него. Все, погнали бабу сейчас по лесам, полям там. Тем более он еще не бежит, он идет шагот. И, ну, тут основное дали зайти отверженным, конечно. В принципе, алебарды, они хорошо справляются с такими крупными целями. Да, пошел у нас вот этот вот
И именно вот это вот заклинание у нас там. Но что-то от него как-то не очень. 16 дисциплина, да, бьется у нас в центре. Ну, тут уже как бы удар пропущен, скажем так, и что-либо сделать здесь уже тяжело. Бретония. Вот кто что говорит про Бретонию? Кто говорит, что крутая? Ну, крутая это, наверное, да, но... Как по мне, проблем там много старых. Сотка. Сотка за отверженных. 93 рыцари хаоса пики. Шаготы. Один практически целый, второй где-то, ну, около половины хп просажено. Да. Не успела чуть-чуть кавалерия. Так, сейчас мы видим совершенно иной состав. Два рыцаря на королевских пегасах. Классический Лео. В серебре 4 копейщика. Два рыцаря Грааля. 4 конных Йомина-лучника берет Дарк за Бретонию. Вот, и что у нас? Ульда у нас берет. Да, другой состав берет. Блин, вот он минималистичный, этот состав. Ну, он такой гэцкий. Сартараэль, которого не прострелить. Что у него там понабрано? Так, где он тут у нас? Сартараэль, ну-ка давай свои трансмутации. Мутаген. Трансмутация свинца, разумеется, да. Здесь что еще? Окончательная трансмутация. И раскаленный рог. Ну, да, стандартные такие вещи. 4 урон сквозь доспехи, стоять насмерть. Что еще? Ну, несокрушимость, это его понятно. Ободрение и так далее. Сопротивление магии 25, сопротивление выстрелам 70. О-хо-хо-хо, 70, не меньше. Чем обусловлен такой выбор? Может быть, кто-то знает, там это может быть как-то там со вселенной Вахи связано. Почему, блин, у этого дьявола 70 вместо 15 обычных? Защита, это вот сколько здесь у нас? Сопротивление выстрелом 15, да, у всех. Сопротивление физическому урону 20, ну, понятно. Вот здесь 15, здесь 70, охренеть можно. Грабители хаоса, две лычки, раз, два. Центр представлен, что у нас получается, 3 отверженных, 2 рыцаря хаоса пики, 2 дракоогр шагота и безумный Сартараэль попугай. Ну что ж, посмотрим. Ну, 2 королевских пегаса, блин, это сила. Да, видать, забыл еще Сартараэля, Ульда, стопудово. Вот он его там оставил в стороне, он его просто забыл. Конечно, надо пригревать его всей шайкой, блин. Да-да, пытаются. И не знает Ульда, куда этих дракоогров. То ли к Сартараэлю отправлять, то ли... То ли на этих пегасов. Да, Сартараэлю-то тут уже наваляли. Блин, ну успевают дракоогры, конечно же, подбежать. Эх. Как жаль, блин, да, где же Лео-то был? Надо же было всей братвой вообще на него наваливаться, и явно ему было бы не сдобровать. Ну, а эту пеху-то здесь она размотается мгновенно. Да, идет обстрел, и неплохой обстрел. Хотя, да, здорово отверженных прочаржил. Дарк рыцарями Грааля, просто замечательно. Да, здесь вот у него прячутся, но можно, наверное, уже не прятаться. А как раз на максимально далеко отошли рыцари хаоса пики. Вполне можно бросать, но решает чуток откатить. И... Так, здесь у нас что с Сартараэлем? Один королевский пегас бежит, второй бежит. Ну, правильно, подошли два этих дьявола, и все на этом. Конечно, какой тут Лео уже. Ну, да, стрелять-то надо было дракоогр шаготов, ну ж... Да, а поэтому стрелять-то толку вообще никакого нету. Блин, ну вот воздух практически потерян у Бретонии, и тяжело, конечно, будет. Да, из лесу вышли у нас искатели, рыцари Грааля, очень здорово по отверженным здесь они заходят. Сейчас им не сдобровать здесь. Здесь один в два попал рыцарь Грааля, не поддержали его копейщики. Да, пытается отбежать, но даже два в один этими копейщиками отверженных не перерезать. Ни хрена они не боятся.
Ну, ахашка мне разорваться. Да, возвращается Лео. И, конечно, нужно... Блин, но возвращается еще и Шагот один. Да, если здесь еще можно пытаться как-то... Ну, надо Лео-то доставать. Достаточно того, что отстреливается все это. Меч Курона тут замечательно заходит. Меч Курона. Сейчас долбанут. Ну, вот долбанут. Да, прилетает по этим, но как-то так. Да, замечательно, хашки по шаготам. Блин, ну вот все правильно же делает. И отстреливает шаготов, и что только не делает с ними. И хоть бы что им. Ну, пеха разобрана по факту, да, у нас рыцари Грааля разобраны. Конечно, потеря рыцарей Грааля, она критически сказывается на хаосе. Ну, а здесь ему, да, попугая, я так понимаю, перегрели, да? Где он тут? Что это такое с ним? Где у нас попугай? Да, лежит повержен Сартараэль. Так или иначе удалось прибить его. Да, замечательный, кстати, кадр. Даже можно... Вот. Так вот. Да, хила нету, тяжело. Бретонии. Ну, здесь разобрано все уже столько. Здесь... И стреляют, и стреляют, и по шаготам, и по нешаготам, и... Да, к сожалению, вот так. Слишком много сил ушло на Сартараэля, и ушло на шаготов, и все равно долбили, долбили, блин, и они аж под вилычки успели накосить, блин. Ну где, где успели-то? И без генерала, пожалуйста, ну, высокоморальные, в принципе, отряды, они не бегут. Ну что ж... Разную Бретонию мы увидели, Бретонию Джикси увидели, Бретонию Дарка. Но посмотрим, какую еще Бретонию нам продемонстрирует Дарк. Потому что у нас два, по сути, человека, играющих вот сейчас активно за Бретонию. Всем пока!